Олег Каптель готовится к выписке. Благодаря скринингу мужчине удалось спасти жизнь. С болью в желудке он обратился к врачу. Кроме того, за несколько месяцев Олег похудел на 15 килограммов и постоянно чувствовал слабость. Он прошел раннюю диагностику колоректального рака. Выяснилось, что он обратился к врачу очень вовремя. По результатам исследования колоноскопии и другим рядом исследований была диагностирована ворсинчатая опухоль в прямой кишке. 10 числа меня положили, через день, получается, 12 числа меня прооперировали, все удалили, как уже говорил врач, на следующий день я уже встал. Олегу всего 36 лет, молодой мужчина, у которого впереди так много интересного, полностью пересмотрел свои взгляды на жизнь. Он признается, очень благодарен врачам и обещал полностью изменить свой рацион питания. Придерживаться диеты, питаться правильно, стараться вести правильный образ жизни. По словам заведующего онкологическим отделением УКБ Дмитрия Пучкова, скрининговый тест для пациента крайне прост, но для врачей очень информативен. Его точность составляет примерно 90%. Суть его заключается в том, что человек набирает небольшое количество кала в специальный контейнер. Этот контейнер он переносит в поликлинику, и дальше уже поликлиника отправляет его в специальную лабораторию, которая находится у нас в больнице. И эта лаборатория проводит исследование кала на скрытую кровь. То есть это то состояние, когда уже кровяные клеточки, они попадают в просвет кишки, попадают в каловые массы, но глазом они пока не видны. Любая кровь в просвете желудочно-кишечного тракта – это не норма, это патология. Если кровь в анализе все же обнаружат, то пациенты направят на дальнейшее обследование, среди которых колоноскопия. Доктор может посмотреть глазом все отделы толстой кишки и увидеть даже самые незначительные объемные образования в кишке. То есть это могут быть небольшие полипчики, это могут быть ворсинчатые опухоли, которые являются предраковым состоянием. Это могут быть ранние формы рака, но, к сожалению, это может быть уже и запущенная форма рака. Этот пилотный проект по скринингу колоректального рака был запущен областной клинической больницей совместно с региональным правительством. Рязань вошла в пятерку регионов, где проводится данная диагностика. Это особенно важно, ведь выявление именно этого вида онкологии крайне проблематично. За время работы проекта обследования прошли 10 тысяч пациентов. 13 из них получили неутешительный диагноз – рак. 34 предраковых больных и 25 человек с другими заболеваниями, которые также нуждались в лечении. При этом возраст пациентов был самым разным – от 20 до 90 лет. Рак выявленный на ранней стадии. Вот такой маленький, его можно даже через колоноскоп удалить вообще без операции. Как обычная колоноскопия, у нас как раз развита методика, это подслизистая резекция, абсолютно новейший аппарат, достаточно уникальный и развита эта технология. Значительно помогли в реализации проекта волонтеры-медики. Ребята посещали тех больных, которые сами не смогли прийти в больницу, то есть маломобильные категории граждан. Вот они как раз получили уникальную возможность включиться в этот проект. Вот. В том числе это большинство из них пожилые люди, и там были обнаружены, по-моему, один рак и несколько как раз предраковых заболеваний, лечение которых и позволило, в общем, предотвратить вот эти страшные последствия. По мнению врачей, данный скрининг необходимо проходить каждый год. В стандарте написано раз в 3 года. Но несложный анализ, который в итоге может реально спасти жизнь, наверное, стоит потраченного времени. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».